Ремонте вот такой духовой шкаф Вирпул. Значит, его модель здесь можем прочитать. Это, ага, это тип FXHP6. Кто из них модель, сложно сказать. Я показываю все. Модель не могу сказать. Значит, 3,6 киловатт. Достаточно мощная. Ну, вот такая информация. Суть в чем, что не работает при подключении щупа. Щуп не видит. Какая может быть причина? Покажу вам одну из причин, которая была именно в этой модели. Значит, сначала думали, это такой более дешевый щуп, может быть щуп или может быть разъем вот здесь. Открыли боковинку, здесь разобрали вверх боковую часть, она цельная, но отодвинуть и посмотреть можно. И вот здесь неразборной разъем, здесь с ним ничего нельзя сделать. Но прозвонил до самого, значит, вот эти два провода идут, два одинаковых белых, но один из них запрятан, видите, в термоусадку, не в термоусадку, но такую в теплозащитную трубку, и вот он сюда идет. Прозвонил, сам нигде не нашел, какое должно быть сопротивление, но вот этот при комнатной температуре 60 килоом показывает. Поэтому какой должен быть, трудно сказать, но вот с этим щупом печка работает, и он показывает 60 килоом при, ну, 20 градусах по Цельсию. Значит, приходят эти два провода вот сюда, и потом разводятся по плате. Сейчас вам покажу. Значит, обратите внимание, что от платы отходят два сопротивления. Рядом с разъемом, видите, два сопротивления с двух контактов идет через сопротивление 101. Это 100 Ом. 101 цифровое обозначение означает 100 Ом. Значит, правый из них целый, а левый сгорел. Нашел такое сопротивление. Можно поставить SMD-шное, которое так припаивается. Можно обыкновенное вместо него припаять. Но я нашел точно такое. Припаял, и теперь все работает. Значит, теперь, если сейчас покажу, вот я начинаю, сейчас вставляю, и здесь пишет, щуп убираю, щуп неприятный, вставляю, щуп приятный. Все получилось, решить проблему получилось, хотя его уже несколько человек смотрели, думали, что дело здесь, в разъеме. Но все оказалось немного сложнее, проблема в плате. Не так сложно, но удалось проследить цепочку и увидеть, что дальше сигнал не идет. Так что можете на это обратить внимание, повторяйте. На самом деле это не так сложно, хотя это сложность выше среднего. Но, однако, вы сможете при наводке, ну, в смысле, при подсказке моей в эту сторону, куда копать, сможете, возможно, найти причину поломки. Повторяйте, подписывайтесь на канал, смотрите видео
очень много различных и сложных, и несложных ремонтов обыкновенным инструментом. Увидимся на канале Мира вам.